в начале нашей лекции. Сегодня, где-то в течение получаса, хотелось бы ответить на ваши вопросы, потому что вы прочитали. И вначале я хотел бы, чтобы вы задали вопросы по ненравственным атрибутам Бога. И вчера четыре таких атрибута мы с вами разобрали, но, возможно, у вас остались какие-то вопросы теперь, после того, как вы больше о них прочитали в книге. Но если у вас нет вопросов по ним, то у вас, возможно, есть вопросы по другим атрибутам Бога. Поэтому давайте, у нас есть где-то полчаса, и, пожалуйста, не стесняйтесь, задавайте любые вопросы, какие у вас есть, по тому материалу, который мы с вами обсудили относительно атрибутов Бога. И в первую очередь, конечно, давайте обсудим ненравственные атрибуты Бога. Это неизменность, всемогущество, суверенность, всеведение, мудрость, потом единство и, конечно, простота. Я думаю, вы попросите разъяснить побольше здесь, и я с радостью это сделаю. Итак, пожалуйста, вопросы относительно этих ненравственных атрибутов Бога, или тех, о которых мы с вами говорили вчера, вездесущность, бесконечность и так далее. Да. У меня вопрос относительно бесконечности. Пожалуйста. Когда люди приводят аргументы о том, что Бог находится вне времени, говорят ли они при этом то, что Бог не может понять время? Что ж, я думаю, много зависит от того, что вы имеете в виду, говоря о непонимании времени. Если речь идет о том, что он не испытывает, скажем, нехватки времени, то да, это относится к атрибуту бесконечности. Но, скажем, те, кто придерживаются временной бесконечности, также не будут говорить никакой нехватки времени. Если вы хотите сказать, Фрэнк, что Бог не знает, что такое время в мировой истории, то да, это было одно из возражений. И несмотря на то, что он не знает точно, какое время в человеческой истории, то аргумент строился таким образом, что раз Бог знает содержание всего, что когда-либо происходит и произойдет, то он может планировать свои действия соответственно, там, где он считает нужным. И при этом, естественно, возникает вопрос, если Бог не знает точное время в развитии человеческой истории, то как он может действовать точно в соответствующее время? Что ж, если Бог вне времени, то он уже не сможет совершать действия именно в нужный момент времени. Скажем, что-то сделать, а потом спустя 2 года повторить это. При этом получается так, что Бог уже испытывает время, он во времени. Поэтому те, кто придерживаются временной бесконечности, говорят следующее. Все, что Богу нужно сделать, он это делает всегда. Потому что если он делает, затем прекращает, а затем снова начинает делать, то это уже некая последовательность, здесь присутствует время. Это уже какие-то временные отрезки в его существовании. Поэтому он должен делать все, всегда. Все, что он когда-либо делал и будет делать. И затем нам говорят, что несмотря на то, что все обстоит таким образом, Бог каким-то образом способен делать какие-то свои поступки явными в какой-то отрезок времени. Хотя при этом он не может знать, в какой отрезок времени их сделать явным. Если все для вас это звучит странно, то я вам скажу, вы не одиноки. Именно поэтому очень многие люди задавали справедливые вопросы. Если внимательно посмотреть на бесконечность и все, что это в себя включает, насколько все сходится здесь. Ведь это, к примеру,
должно означать, что на протяжении всей вечности Христос умирал на кресте и воскресал вновь и вновь. И даже несмотря на то, что это событие произошло вот уже около 2000 лет тому назад, это все еще происходит. Потому что если когда-либо был момент времени, когда он этого не делал, потом начал делать и потом перестал это делать, то при этом уже появляется временная последовательность в действиях Бога, и он уже оказывается во времени. Поэтому действительно, это странный взгляд. Но вы понимаете, что если вы всецело придерживаетесь неизменности Бога, то есть вы не допускаете, что Бог может меняться каким-либо образом, то что ж, это также означает, что он не может испытывать каких-либо временных изменений. Поэтому можно говорить о неком кластере атрибутов, которые связаны между собой как единое целое, и которые мы рассматриваем вместе в классическом теизме. И вы видите, что когда вы начинаете лучше понимать, что включают в себя все эти атрибуты, то вы начинаете понимать, почему открытые теисты, процесс-теисты и другие евангельские богословы, которые не идут путем классического теизма, говорят о том, что вот эта картина, которая рисуется богословами, придерживающимися классического теизма, показывает Бога отстраненным от всего, что происходит в мире, в тот или иной промежуток времени. Вот, скажем, я хотел бы привести вам такой пример. Скажем, молитва и ответ на молитву. Если бы был момент времени в существовании Бога, а насколько мы помним, Бог вне времени, но был такой момент в существовании Бога, когда вы не молились, а затем вы стали молиться, Бог услышал и ответил на вашу молитву. А это уже изменение. Это уже некая временная секвенция. Поэтому должно быть так, что Бог из начала вечности знал, что вы помолитесь, и как Он в этом случае поступит. Это, конечно, не означает, что вы молитесь все время с начала вечности, но означает то, что Бог знает изначально, что вы помолитесь. И на протяжении всей вечности Он делает то, что необходимо сделать, чтобы ответить на вашу молитву. Миллионы и миллиарды лет, еще до того, как вы появились в этом мире и произнесли эту молитву. Вот все эти мысли заставляют многих и многих усомниться, стоит ли придерживаться крайней позиции неизменности, согласно которой Бог вообще не меняется никоим образом, и при этом Бог находится вне времени. И также при этом вы не можете говорить никакой одновременности событий, потому что одновременность — это также указание на присутствие временного измерения. Те термины и образы, которые мы используем, они все пропитаны временной составляющей. Вот, к примеру, мы говорим, что Бог знал еще до моего рождения, как я буду жить, и сейчас Он прекрасно знает, что ждет меня в будущем. Мы так говорим, и в какой-то степени все это имеет смысл. Но это предполагает, что в Божьем знании есть прошлое, а также есть настоящее и будущее. Но в каком времени стоят глаголы, это не важно, если Бог находится вне времени, потому что времена глаголов указывают на время. Поэтому если углубляться во все это, то многое может показаться очень-очень странным. Что ж, здорово, очень хороший вопрос. Еще есть вопросы? Да, пожалуйста. Вот что касается неизменности Бога, вы говорите, что сущность Бога не меняется.
Но как тогда мы можем объяснить Богоявление и Его воплощение, потому что в какой-то момент времени вторая личность Троицы не была человеком, а потом обрела человеческую природу, которая сохраняет до сих пор? Да. Очень хороший вопрос. Но в случае Христа нам нужно понять следующее. Воплощение ничего не изменило в божественной природе Иисуса Христа. Просто добавилась другая человеческая природа. И вот Его человеческая природа, как и наша, конечно, менялась со временем. Он рос, затем Он умер, воскрес. Но все это никак не повлияло на божественную природу, не привело никаким изменениям в ней, не затронуло его ненравственные и не затронуло его нравственные атрибуты. В следующей части курса по теологии мы будем разбирать с вами более подробно природу Иисуса Христа. И там мы еще раз подчеркнем, что в момент воплощения ничего не изменилось с божественной природой Христа. В божественной природе Троицы все осталось без изменений. Все атрибуты Бога остаются такими же, не меняются с появлением человеческой природы. И, к сожалению, многие неверующие и даже верующие путаются на этот счет. Они полагают, что воплощение означает, что Бог стал человеком. Что ж, и да, и нет, в зависимости от того, что вы имеете в виду. Да, Он стал человеком, в том смысле, что Он принял на Себя полноценную человеческую природу. Она добавилась к божественной природе. Но если вы имеете в виду, что Бог, будучи божеством, обладая божественной природой, отказался от этой природы и полностью принял на Себя человеческую природу, то нет, это совсем не воплощение. Но, к сожалению, именно так думают многие и многие неверующие. И они задаются вопросом, как может быть такое, что Бог, обладая всеми теми атрибутами, о которых мы с вами говорили, как Он может лишиться своей божественной природы? Как Он может заменить ее простой человеческой природой? Что ж, они правы. Он не мог расстаться со своей божественной природой. Он не мог заменить ее на человеческую природу. Но Он мог взять на Себя вторую природу, став настоящим человеком. И затем мы читаем в послании к Филиппийцам, во 2 главе с 5 стиха и далее, что когда Он смирил самого Себя в воплощении, то при этом Он не лишился своих божественных атрибутов. Он просто на какое-то время перестал ими пользоваться, на время отложил их в сторону, на какое-то время оставил в стороне все свое величие и славу. Но это совсем другое, чем говорить, что Он уже не обладал силой и могуществом, что Он перестал быть неизменным, и так далее, и далее. Итак, вопрос, который вы задали, на самом деле очень хороший вопрос. Несмотря на воплощение, мы все еще можем говорить, что божественная природа неизменна в своей сущности, и она не изменилась, когда Христос пришел. Да. То есть, атрибут неизменности относится только к божественной природе Христа? Именно. Но ведь что-то произошло с Троицей, раз вторая личность Троицы стала человеком. Да, да. Но эти изменения не затронули божественной природы или атрибутов Бога. Неизменными остались Божья воля и Его намерения. И на протяжении всей вечности, очевидно, что пока Бог существовал, Он должен был иметь намерение о воплощении. Если вы не признаете, что Бог находится вне времени, то тогда можно сказать, что, возможно, был период существования Бога, когда о воплощении речи не велось, потому что еще даже мир не был сотворен. Но когда было принято решение сотворить этот мир,
и потом позволить сотворенным людям совершить грех, что затем потребует божественного вмешательства и искупления, то понимаете, что с этим решением должно быть сопряжено решение о распятии и воскрешении. Но ни о какой такой последовательности нельзя говорить, если Бог находится вне времени. Если же Он во времени, и возникает дилемма, как же измерять время, в то время, когда еще не было физической вселенной. Но если у Бога был какой-то механизм измерения времени в тот период, то тогда есть смысл в том, что, приняв решение сотворить этот мир и послать в него Христа как Спасителя, Бог не принял его непосредственно перед тем, как это понадобилось. Но это и не обязательно должно быть тем, о чем Бог уже знал на протяжении всего своего существования. Хотя я не представляю, как можно принимать решение на протяжении всего того периода, пока ты существуешь. Ведь если так, то на самом деле вы не принимаете решение. Но с такой дилеммой мы сталкиваемся, если признаем, что Бог находится вне времени и при этом принимает какие-то решения. Что ж, прекрасный вопрос. Ответ помог? Хорошо, еще есть вопросы? Большое дело начинается с малого пожертвования. И 5 хлебами можно накормить 5000 человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com. Которые вы хотели бы задать о ненравственных атрибутах Бога. Да, пожалуйста. Что касается вопроса о воплощении, можем ли мы сказать, что воплощение — это всего лишь еще одна форма откровения? Несомненно, это откровение уникальное и наиболее полное, но при этом оно не имеет сущности Бога, так? Правильно. Ведь воплощение не имеет никакого отношения к сущности Бога, это просто новая форма откровения. Правильно. Я считаю, что вы правы, что это еще одно новое проявление Божьего присутствия. Однако я хотел бы к этому добавить еще вот что. В большинстве случаев, когда Бог являл свое присутствие, скажем, в горящем кусте или в чем-то другом, скажем, в столпе облачном и в столпе огненном, когда Он вел израильский народ по пустыне. Все эти явления были временными, непостоянными. Да, они были реальными, да, это было проявление в физическом мире, но это было временным. В случае же Христа, человеческую природу Он приобрел навсегда. И именно потому, что эта природа добавилась, у нас есть более полное откровение о Боге, более полное, чем мы имели до этого. Но вот еще один момент, о котором мы с вами будем говорить во второй части курса по теологии, это то, что Халкидонский собор, на котором были приняты основные решения по поводу различных ересей, касающихся природы Христа, вот на этом соборе было заложено основание понимания Христа. И шел разговор о двух природах Христа, что эти две природы существуют неслитно и нераздельно. И также было принято решение, что, объединив две природы во Христе, не происходит такого, что характеристики человеческой природы переходят к божественной природе, и наоборот, что характеристики божественной природы передаются его человеческой природе. Вот если бы что-то такое произошло, то это было бы уже изменение, изменение сущности божественной природы. Но Халкидонский собор, а также христианство до него, в большинстве своем, и уж, конечно, после этого собора, считало, что нет, воплощение ничего не меняет в божественной природе Христа. Хорошо, еще какие вопросы есть?
по поводу ненравственных атрибутов Бога. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ-семинария.